Привет, друзья! Хочу сказать пару слов о безопасности на пасеке. Так как многие пчеловоды находятся в разных условиях, держат пасеки, кто в селе, кто в лесах, кто в полях, многие упускают элементарных таких вещей, как безопасность. Безопасность на пасеке – это превыше всего, так как самое ценное – это не ульи, не семьи, это человеческая жизнь. И не дай бог, если человек, находящийся в лесу, например, в поле, может получить серьезную дозу пчелиных ужалений, может просто потерять сознание и остаться на той пасеке. Многие пчеловоды, к многим пчеловодам также приезжают друзья, знакомые, родственники на пасеке. И мы, если у самого пчеловода нет аллергической реакции, то мы никогда не можем знать, как поведет тот или другой человек, вернее, их организм на ужаление пчел. У меня есть два знакомых, один пчеловод, у него сын, и один не пчеловод. Так вот, мальчик и мужчина, они от одного ужаления попадают в реанимацию. И это очень страшно, когда анафилактический шок может застать врасплох, да и самого пчеловода, который в течение рабочего дня может получить большую дозу и просто стать ему плохо. Для этого нужно иметь на пасеке элементарную автомобильную аптечку с препаратами, которые могут защитить нас от того же анафилактического шока. То, что аптечка нужна на пасеке, это и так понятно, так как мы делаем ульи, то есть все, что-то можем где-то пораниться, и такие, как бинт-зеленка, она не помешает. А препараты, именно которые могут помочь нам с тем же анафилактическим шоком, нужно покупать отдельно. Они есть в аптеках, я даже переписал специально, чтобы не запутаться, как эти препараты называются. Анафилактический шок – это очень страшно, так как можно просто не спасти человека. Многие скажут, у меня бак, пастеликарника. Да, какие пчелы у нас мирными не были, но это пчелы. У них есть жало, и по природе они просто по природе защищают свои семьи, свою среду обитания. И мы не можем быть уверены, что большая пасека, что не найдется ни одной пчелы, летящей мимо, которую может сходу ужалить вас, и на этом могут быть плачевные последствия. И тем более, что в наших условиях у нас матки, какой бы породы ни были, F-ки, F1, они споровываются с разными трутами, и мы не знаем, не можем просто сказать, что если у нас бакфаст или карника, что она чисто облетывается с таким же бакфастом, и будет идеальная семья, идеальные пчелы. Нет. Есть аборигенные пчелы, есть разный труд, тем более сейчас все так намешано, что просто не может в априори быть на пасеке ни одной пчелиной семьи, которая бы не жалилась. Так вот, чтобы избежать вот этих всех плачевных последствий, нужно комплектовать аптечку. У меня есть такая автомобильная аптечка, которая комплектована антигистаминные препараты на случай анафилактического шока. Анафилактический шок – это аллергическая реакция организма на действие внешних возбудителей. В нашем случае это пчелиный яд. И такие препараты нужно иметь в аптечке. Я вот переписал. Это кларитин, лоратадин, кларатадин, цетиризин, зиртек, семпрекс, кситин или кистин, уже не помню, что там, фенистил, прималан, эриус и так дальше. Рекомендуется как в таблетках иметь такие препараты, так и в ампулах. Если в ампулах мы не квалифицированные медики, и не каждый может сделать себе укол, инъекцию, то таблеточку всегда мы можем употребить и сами. Но лучше иметь, конечно, и в ампулах, так как может подоспеть сосед или фельдшер сельский может помочь именно с уколом. Так как пока приедет, как правило, пасеки в селах, и пока приедет с центральной больницы скорая помощь, можно, извините меня, завернуться.
Многие пчеловоды пренебрегают этим, пренебрегают аптечками. Многие работают с голым торсом. Я, в принципе, тоже этим грешу. Иногда работаю без сетки, без ничего. Но ловлю себя на том, что нельзя этого делать. Потому что, во-первых, многие смотрят. И хоть, как говорится, понты дороже денег, но не в нашем случае. Нужно защищать себя, гостей, друзей, которые приезжают на пасеки. Нужно оповещать их. Хотя бы даже люди, которые проходят мимо пасеки, они должны знать, что они проходят мимо, так сказать, зоны риска. Потому что пасека — это повышенная зона риска. И нужно просто, люди, которые приходят на пасеки, они должны быть знать, что они могут подтверждены именно вот ужалением пчел. Хорошо, если все хорошо, хорошо, но мы не знаем, как поведет тот или иной организм на ужаление. И вот для этого нужно иметь такие препараты. И, кстати, именно для анафилактического шока также рекомендуется вот иметь на случай именно анафилактического шока ампулы хлорида или глюконата кальция, адреналина, кофеина, кардиамина, преднизолона. Кстати, преднизолон неплохой препарат, и эуфилина. Это первые такие препараты, которые действительно могут вывести с вас, ну, не вас, а не дай бог, друзей, неважно кого, с анафилактического шока. Вот я как бы выписал вот эти препараты, и я думаю, что стоит над этим задуматься, над безопасностью самого себя. Даже бывает, что просто пчеловод, который не имеет аллергической реакции, он просто за день получает большую дозу и может плохо себя чувствовать. И вот таблеточка преднизолона там или чего-то еще может просто вывести. Также, в принципе, как нас учили в УЗИ, на пасеке можно и нужно, я лично имею такой народный, так сказать, средство, это водка. Водка — это... Понятно, для ребенка, для женщины она не подойдет, но для мужчины она может вывести именно с такого плохого состояния. Потому что я помню, у нас был случай, именно водкой вытянули человека с очень, ну, уже бессознательного. Налили ему стакан водки, он ее как-то выпил, не помню как, и он пришел в чувство. Вот как бы такое, как бы мое... мысли, мнения. Нужно предупреждать людей, нужно иметь аптечку на пасеке, ну и не жалеть деньги на защитные средства, такие как лицевая сетка, потому что даже вот опытные пчеловоды, они бывают работают без сетки, но одно ужаление в глаз, даже если я не боюсь пчел, у меня нет реакции, но ужаление в глаз, и можно ослепнуть на всю жизнь. И об этом тоже надо, стоит задуматься и, так сказать, вот эти понты отложить в стороночку. Так что покупайте аптечки, препараты, покупайте защитные средства и костюмы и так далее. И, кстати, я вот буквально недавно получил свой костюм, заказывал у Валентины Степановны Матюшенко, фирма «Жалосток». Вот такой вот крутяцкий классный костюм. Очень доволен, потому что, ну, реально классный. Качество, ну, реально не к чему придраться. Швы, покрой, ткань, все насколько удобно, я не знаю. Просто много хочется рассказать и показать об этом костюме, ну... Многие сочтут это за рекламу. В принципе, это и есть маленькая реклама, потому что мне лично хочется сказать спасибо этому человеку. И это качественный, реально качественный товар. Я еще на рынке, ну, у нас в Украине, не встречал лучшей одежды для пчеловодов. Насколько все удобно и качественно сделано. Я себе заказал вот такой вариант, раздельный. Так как я работаю иногда просто в штанах, могу просто в курточке, в сетке работать, в лицевой сетке. Я заказал раздельный, заказал на змейках, вот такой вариант, курточка с, ну, со всеми как бы прибамбасами, вот сетка, чтобы расстегивалась, откидывалась, так как можно откинуть сетку и просто работать на пасеке в этом костюме. Если честно, мне жалко в нем работать, потому что реально классный костюм. В нем не стыдно встретить друзей на пасеке, он как бы презентабельный, он такой, ну, крутяцкий.
наверное, стоит задуматься о покупке второго такого же костюма, чтобы один был для работы, а один для, ну, хотя бы для гостей. Просто приятно и, ну, приятно, просто приятно находиться в этом костюме и работать в нем, насколько все удобно. Я заказал такой вариант с карманами, множество карманов, тут под маркера, под стамески, под записи, карманы на ногах, где только можно, только на спине нету кармана. Очень классно, можно положить все разные, все, что с собой можно внести, можно сюда положить. Очень удобно, такие мелкие детали, как, например, вот такие резиночки есть, которые сделаны для того, чтобы просто у нас рукав не задергивался. Точно такие же резинки есть у нас, есть на штанах, дабы штаны у нас не подскакивали вверх. Ну, реально крутят костюм. И, кстати, друзья, для тех, кто, возможно, будет заказывать эти костюмы, кто будет звонить Валентине Степановне, делать заказ, здесь будет такой, сейчас я выставлю ссылочку, вернее, промокод. Говорите промокод ФАБРО, и Валентина Степановна сделает вам скидочку. Даже если будет это небольшая скидка, это будет, я думаю, все равно как-то приятно для вас. Так что заказывайте костюм Валентины Степановны. Кстати, ссылки будут все и контакты Валентины Степановны в описании. И говорите промокод ФАБРО. Спасибо Валентине Степановне. Спасибо вам, что смотрите мои видео. И, кстати, здесь в левом верхнем углу буковка И есть, там есть ссылка на видео, где, возможно, кто-то пропустил. Буквально через пару дней будет розыгрыш точно такой же, практически такой, ну, меньше карманов, конечно, точно такой курточки от Матюшенко Валентины Степановны, которую мы разыграем среди подписчиков. Так что заходите на видео и поучаствуйте в розыгрыше, и кто-то 30 апреля получит точно такую же курточку. У Валентины Степановны, кстати, можно заказать любой покров, любой пошив, то, что вам надо, любую ткань, любой цвет и, как бы, любые карманы, где вам надо и что вам надо. Все сделает под вас так, как вам будет удобно. Вот такое видео получилось. Покупайте аптечки, переживайте в первую очередь за себя, за свою семью, за друзей и гостей на пасеке. Позаботьтесь о безопасности, аптечка в первую очередь, защитные средства, униформы и так далее, лицевые сетки. Это мне больно смотреть, я знаю, что я сам так грешу, что люди есть работают с пчелами без лицевой сетки. Если нету реакции, можно работать с голым торсом, я еще понимаю, но лицо — это, не дай бог, глаза — это можно остаться слепым. Вот такое видео. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Комментируйте, поправляйте, может, где-то я не прав. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Это ж такое дело. Делитесь видео в социальных сетях. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ну и, как бы, все. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.